Выбрали личную землю. Выбрали. Вас поздравляю. Помните. Какое звание? Ну, мастер спорта, наверное, наверняка. А? Мастер спорта. Ну, в любом случае, ты выиграл его исполнительного директора Шахматной Федерации России. Так что, ну, много я не могу, но вот журнал тебе один из последних, 64, ты их смотришь, нет? Да нет, не смотрела. Иногда бывает, иногда нет. Ну, да. Вот, так что, а эти два я передам товарищу, кто лично с нами сделал. Там еще двое сделали с ним лично. Так что я думаю, вы молодцы. А ты где-то занимаешься? Да, занимаюсь в Ширшково, Николаевском, в городе Армавии. А в турнирах в каких-то участках? В турнирах Южный федеральный округ и Россия. Ну, тогда тебе успех еще раз, да? Спасибо. Да. Будет что-то еще в Сочи, приезжай с удовольствием.